Всем привет, ребята! Сегодня мне прислали для обзора новый кооперативный экшен-хоррор на выживание против толп инопланетян, каких-то киборгов, ну и других всяких монстров. Игра-новинка вышла 6 ноября, но, повторюсь еще раз, рассчитана на кооперативное прохождение. Сейчас вместе с вами я ее посмотрю. Так, мультиплеер. Присоединиться к кому-то. Ха. Нету никого. Ну тогда одиночная игра. Так, сложность нормальная. Карта не выбирается. Боты. Ну давайте добавим, конечно, ботов. Возможно, они мне помогут пройти. Ну и старт нажимаем. Так, что у нас здесь? Плей. Выбор оружия идет. Такой. Гранаты всякие. Перки, наверное. Так, 62 монстра. Наша задача убить. Ух ты, какие, смотрите. Так, осталось 60. Мы только двоих завалили, а? Ну, пока как бы ничего сложного. На тебе гранатку. Серьезные такие ребята хотят нас побить, а? Ух ты, еще. На. Блин. Граната не попала. Ну такая динамичная игра. Господи, а. Блин, куда я провалился, а? Так. А, у меня 8 жизней. Или у каждого у нас 8, или 8 на всех на прохождение. Тихо. А, блин. Убили. Ага, 7 жизней осталось. Какие-то сраные пауки сожрали. Звук прям сильно, конечно, по ушам бьет, но, к сожалению, я не могу его сейчас переделать, я боюсь, убьют. Ну, появляется это уже, господи. Так. О, вот это покруче оружие. Так, это я хорошо так их размочил. А где мои ребятки-то? Так, а у меня закончились патроны. Где их брать? Где патроны? Патроны мне нужны. Осталось 33 инопланетянина. А патронов нету. Так. Я там что-то видел. Похоже на патроны, наверное. Сейчас попробую прибежать и посмотреть. Да, блин, еще хрен заберешься. Ну, а где тут? Ага. Так. А тут что было? Патроны. Так, какие-то топоты прям везде. Нате вам гранатки. О, я еще плаваю под водой. Да, блин, опять патроны закончились. Да, это прям не игра, а мясо, как месилово какое-то жесткое. Фух ты, убили. Так. Пушка классная, конечно.
Вот это. Ну, пожалуй, наверное, вот это возьму. И тут что? Не знаю, что это она сейчас возьму. Блин, 15 секунд на воскрешание. Вы смеетесь, да? За 15 секунд. Они меня убьют сейчас. Очень динамичная игра. Поэтому нужно мне убить обязательно всех, чтобы узнать, что будет дальше. Так, 11. Ой, а это что такое еще? Тихо, тихо, все. Успокоились. Это что за хреновина такая, гляньте? Есть. То есть, блин. Это что такое? О, блин. Это что такое? Боссов нет. Да вот, блин, тут их два таких хреновин. Ай! Так, походу... Походу одного убили. Блин! Один остался и меня завалил. Так, нафиг дробовик вот этот. Мне больше зашел. Это же не понял, какой из них лучше. Так, а что тут за перки какие-то, тоже не понял. Так, где? Угу. Ну, помогайте бить, а? Все? Ха-ха. Я прошел волну. Это что тут такое у нас? Так. А это что? Не понял. Подождите, может это лечилка какая-то? Короче, я не знаю, что это такое. Но я вижу, что у меня патронов немного. Убери. Не хочет брать. Все, 13 секунд, и сейчас начнется новая волна. Очень такой, конечно, динамичный экшен. Прям аж жесть. Так, кто тут сейчас будет наступать? Что это за фигня? Вообще не пойму. Так, 50 монстра я должен перебить. Так, да, тихо, успокойтесь. Сорок восемь, блин, много их еще. Да блин, вы что, охренели, а? Да стоп ты. Это что такое? Так, что там осталось? 40. Иди сюда. Так, тихо-тихо, быстрей-быстрей. Хороший дробаш, хороший. А
А ты чё тут один? Ух ты, блин. В этой игре очень не отдохнешь, однако. Так, осталось 4 жизни. Надеюсь, пройду эти 27. Так, так, так. Выбираем это же оружие. Ух ты. Блин. А, патроны, патроны закончились. Блин. Это не игра, это какая-то прям мясорубка. Так, 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 так. Это что такое пришло? А, 2 жизни осталось. Да, ну нафиг, стоп, стоп, стоп. Блин, там где-то патрончики. Ну, тихо, не хватало еще стрелять. Патроны жизни. Тихо, тихо, аккуратненько. 6 осталось убить. Блин. Так, у меня проблема. Проблема с патронами. А все, у меня нет таких патронов. Пойду патронов найду. Так, так. О, вижу, вижу. Мне бы таких. Так, немножко есть. Немножко это мало. Это ни о чем патронов. Так, а что там мои? О, патроны, вижу патроны. Так, ну пойдемте теперь. Блин, вот этот. Да какой ты... Да какой... Серьезный паренек, а? А у меня нету патронов опять. Вы что, не... Че, я троих не завалил? Ёб твою мать! Да хрен я их завалю сейчас. Патронов-то нету. Так, одна обойма. Не.
Пойду еще поищу. Да-да-да, такой сложный, правда, шутер, блин. Ой, там что-то еще нашел. Ух ты! Офигеть, живем пока. Так, это что было? Его кто-то убил? Красавца моя. Так, а еще? Еще где-то один летал. Ага, вот он. Да сдохни ты. Все. Я прошел две волны. Сейчас через 30 секунд будет еще одна волна, и у меня две жизни. Ну ничего, сдаваться не будем, будем до последнего. Так, граната есть. Немного патронов есть. Так, 24 патрона. Ух ты. А чё, понеслась душа в рай. Где? Где они? А, они на ботов сагрились. На ботов это хорошо. А, блин. Тихо-тихо. Да, блин, даже не помог кого стрелять. На. Все, две жизни не осталось, а? Ну давай, давай, грузись. Блин, да когда ж я? Какие-то червяки какие-то. Так, где они? Че ж вы там все далеко стреляете? Все, проиграли мы. Ну, игра, конечно, очень хардкорная, динамичная. Для кооперативной игры, что написано, 6 человек можно играть. Можно на пару часиков поиграть. Но цели, конечно, нету. Сюжета никакого. В принципе, все, что мог, я показал по игре. А вам решать, играть или не играть. Так что спасибо за просмотр. Ну и всем тогда до следующего видоса. Пока-пока.